Друзі, доброго ранку. Ми повертаємося до нашої бадьорої студії. І от тепер серйозно, сенсаційний лайфхак. По-перше, вчора ми святкували весь світ, Україна святкувала День матері. Так от, дивіться, лайфхак від мами-героїні, яка у нас сидить зараз поряд зі мною. У неї 7 дітей. І от коли я запитав перед інтерв'ю 7 і як же ж так, вона каже, спочатку дійдіть до 3, а потім все буде нормально. Доброго ранку. Доброго ранку. Наталя Усок. Да. Так, давайте почнемо з того, що 7 дітей. Угу. Мати-героїня. Угу. Проте спочатку ви були проти дітей. Ну как, не совсем против, но всегда думаешь, надо как-то устроиться с мужем, mm-hmm. работа, чтобы дом был, там, или квартира, машина, как mm-hmm. у нас всегда понимание. Но все наоборот у нас обычно. Так. Сначала Бог дает детей. Так, да. А потом и на детей. А потом на детей, да. Mm-hmm. Поэтому одного и думали, на этом все как бы хватит. Ну, у Бога свои планы, у нас свои планы. И мы очень были рады каждому. То есть это было для нас счастье реально. Сколько наистаршему, чи наистарший и наимолодший? Старшему 24, младшему 10. 2 мальчика и 5 девочек. Ой, класс. И 6 и 7 я родила после 40. Так, а двійнят у вас немає? Нет. Погодка только один раз у нас погодки, а так через 2 года и через 5 лет были. А як самі діти реагували на поповнення в сім'ї? Діти до сих пор говорят, мам, давай еще. Ну, чим більше, да. тим краще. Ну, просто їм сам процес, вот именно, что дети маленькие, они наслаждаются этим. И ты приучил их друг о друге заботиться. То есть они настолько привыкли друг о друге заботиться, что если к ней они попадают в семью, где есть маленький ребенок, они очень прекрасно справляются, могут покормить, переодеть, помыть, поухаживать. Класс. То есть, да, у них с этим проблем нет. Развлекать они всегда. То есть у них это уже стало не обуза, это им просто стало в радость. Класс. Да. Пані Наталя, ви зачепили дуже важливу тему, до якої, в принципі, у світі і загалом в Україні ставляться, ну, іноді скептично. Угу. Народжувати після 40. Угу. Це нормально? Ну, все добре. Ну, фізіологічно це немножко вже складніше, тому що організм mm-hmm. по-другому реагує, по-другому ти відновлюєшся mm-hmm. чуть довше, але осознанно, це вже осознаний процес. Mm-hmm. И когда мои одноклассники писали «Поздравь меня», у меня я стала бабушкой, я писала «Поздравьте меня», я стала мамой. Да. И это совершенно другие дети, это совершенно другие переживания. Ну, наверное, такое, как у бабушек бывает, да, что ты как-то к ним не так строго относишься. То есть, да, ты их воспитываешь. Но нету такого, как с первыми детьми, совершенно другие переживания. Я думаю, что многие мамы со мной согласятся, у кого после 40 родились дети, это больше дети любви. То есть ты им максимально отдаешь, ты наслаждаешься каждым их взглядом, пальчиком, ноготочком. То есть я говорю, это что-то такое совсем нереальное пережить после 40. Поэтому я женщинам говорю, не бойтесь. Мне сейчас 52 года, я не стесняюсь. Поэтому я думаю, что каждые роды, они наоборот омолаживают. То есть физиологически тоже проходят процессы. Тоді чисто чоловіче питання. Чоловік був, коли ви народжували? Да, на одних родах он был, на пятых. Вот, на 6-й, на 7-й он уже не согласился пойти. Сказав, досить, я Нет, все зрозумів. Нет, он не так сказал, он сказал, что я с детьми смогла. Уже была причина. Да, у него уже была причина, ну, то есть он это видел, то есть он, ну, то есть он стоял, помогал всю как бы с другой стороны, чтобы их не шокировать, мужчины. На родах надо быть мужчинам, один раз понять, что женщина переживает. И мужчина не хуже относится к женщине, а наоборот более трепетней, да. Так. Поэтому. Потому что он видит все то, что переживает женщина. Да, да. Потому что то, что ты переживаешь во время беременности, да, он видит, как тебе иногда тяжело бывает. Но это немножко не то, когда начинается сам процесс рода. А, ну, мягко кажучи, не то. И мне очень нравится вот отношение главного доктора 5-го роддома, он даже настаивает на том, чтобы все роды были с мужем. Угу. Да, и поэтому я рожала последних детей в 5-м роддоме, там рекомендуют быть мужчинам. Ну, да. Це, в принципе, пару поєднує більше.
Да, потому что мы вместе этот процесс проходим, и мужчина вот реально он переживает это все. Понятно, что они более, извините, ранимые, чувствительные. Как выявляется. Да, да, для них это немножко, ну, сложновато, но процесс этот надо пройти. Так. Але головне психологічно правильно до нього підготуватися. Да, тому що не всі чоловіки це витримують, і це знають всі. Да, були такі, що в обморок падали. Даже генерали, даже генерали в обморок падали. Хочеться запитати, от така кількість, велика кількість дітей, всі одночасно приблизно плюс-мінус ходять в школу. Уже ушли за школи, многие выпустились. Але був же ж період, коли да, вони это були было весело. Як відбувався цей процес і хто був головним? Ну, процес очень был интересным. Самое напряжное было это утренники, понимаете? Потому что ты сидел на 5 утренниках одновременно в одной и той же школе, и мне казалось, что у меня какой-то дежавю, понимаете? Это было очень сложно. Так. То есть ты поначалу наслаждаешься, но когда это каждый год, и по 3 раза в год, и на 8 марта, и на осень, и на... В общем, это было весело, конечно. Ну, всегда интересно смотреть, как дети к этому относятся, они же готовятся, они стараются. Но иногда это как бы тяжеловато было. А так мы все дружно везли, мы находили такую школу, где школа, детский сад до 5 класса. И вот это как бы нас спасло, когда они были маленькими, мы всех сдали, вечером забрали. Да, и дети в школе уже готовили уроки, то есть немножко было легче вот с этим. Спрощивали процесс. Да, да, да. Ну, все равно выходные мы готовились к урокам. И это уже поставили на поток. То есть старшие учили младших. Слушайте, ну це класно. Старшие учили младших. Пані Наталю, от я не можу просто не запитати. Дивіться, є сім'ї, у яких там, наприклад, одна дитина, і їм, і чоловіку та дружині, іноді важко знайти час для себе. У вас 7. І от як серед цих 7 тайфунів іноді, так, діти ж це згустки енергії, як ви знаходите з чоловіком час для себе, як ви зуміщаєте це? Ну, ми поняли, що якщо ми зараз потеряємо от цю зв'язь, совместную, то мы потом уже ее не восстановим. Если мы будем все, у нас вся жизнь будет крутиться вокруг детей. И поначалу, даже когда у нас было 5 детей, у нас недостаточно даже финансов было там куда-то поехать. Мы просто ехали на набережную, ложили детей всех спать дружненько в 9 часов. В 10 они засыпали, мы ехали гулять. И это могла быть зима, могло быть лето. Потом мы уже начали планировать раз в год ездить хотя бы вместе отдыхать куда-то на море без детей. Потому что у нас была отдельная поездка с детьми на море. Это не отдых, это... Это стресс? Это для детей. Это для детей. Отдых родители, ну, как бы по очереди купаются, по очереди загорают. Вот. А мы перед этим ехали там за месяц, отдыхали вместе, поддерживать свои отношения, поддерживать романтику отношений, потому что это очень важно. І поэтому... У мене мурашки по шкірі пішли, тому що мало хто на це зважає, зазвичай центр уваги завжди діти. Ви просто приклад. Ну, потому что, знаете, мы 20 лет с ним разводились из 29 каждые полгода. И народживали детей. И мы все время доходило просто до таких конфликтов, что мы понимали, как-то где-то нужно снимать этот стресс, куда-то идти восстанавливаться. И мы просто приняли такое решение, что нужно просто выезжать. Потому что вот в заботах, в работах, все вокруг детей, вокруг их проблем, решения их каких-то задач, ты теряешь самих себя. И вот это очень плохо для родителей. И очень важно собой тоже заниматься. То есть заниматься собой. Вот мы с мужем первый раз вот только пошли заниматься спортом, ну, так, чтобы вот просто ходить там в специальный тренажерный зал там по восстановлению, потому что даже не в простой пошли, а по реабилитации. Поэтому только сейчас, когда уже все дети выросли, уже нам стало легче, потому что физически того времени не было, вот тех даже окошек не было. Ну, так сами занимались какими-то там упражнениями, но это ж не те. Пані Наталя, на вашу думку, як мами з багаторічним стажем,
От що найголовніше у вихованні дитини? Угу. Ну, воспитание детей, я даже, кстати, думала как-то, думаю, наверное, зададут мне такой вопрос, потому что обычно люди спрашивают это. Но так как мы еще 22 года или 23, я уже точно не помню, мы пришли к Богу, начали изучать Библию, и мы увидели очень важное подспорье, скажем так, для воспитания детей, что первое, что нужно, чтобы у детей тоже была связь с Богом. То есть дети молились, то есть дети изучали Слово Божье. Для нас это было важно. А второй как бы пункт — это то, что дети должны, детям мы, как родители, должны привить благодарное сердце. То есть чтобы дети научились за все благодарить, чтобы дети, в котором сейчас в современном мире, когда у них все есть, дети нас до сих пор, вот мы их свозили там куда-то на экскурсию или просто погуляли, или в кафе заехали, они едут в машине всегда: мама, папа, спасибо большое. Mm-hmm. То есть у них до сих пор вот это, ну, как бы привито. И я рада, что они уже, будучи взрослыми, это у них есть. И еще такой момент, дети точно так же должны, вот это родители задача, привить уважение к старшим. Так. И вот такие три постулата, они как бы очень важные, потому что все остальное ты учишь каким-то, каждый родитель учит своим каким-то жизненным принципам, которые сам понял. Но такие главные, я думаю, что для каждой, ну, для каждого ребенка, потому что он как личность, вот если у него всегда есть такое чувство благодарности, то есть он благодарен этой жизни, он благодарен Богу, он благодарен работе, которая у него есть, он благодарен за то, что сейчас есть там крыша. И автоматично он может родить этому всему, да, что у него нет есть негатива, и поэтому, потому что дети очень подвержены этому всему. И ты его выводишь из этого иногда негатива, потому что столько информации у него сейчас, у современных детей, что вот это как бы очень сильно помогает. Угу. Такие три момента. Ну, от ви знаєте, момент саме з вдячністю, він дуже важливий, тому що вдячність – це одна із зі звичок сильних світу цього. Угу. Ну, і це важливо, мені класно. Ну, я в захваті просто від вашої моделі поведінки і моделі виховання дітей. Мені подобається. Ну и как бы в воспитании тоже очень важно, ну вот мы всегда хотим, чтобы дети были послушными, да, и некоторые говорят, ну зачем вот так вот настаивать, чтобы ребенок делал, ну потому что это, даже если взять животных, да, вот уже не будем как бы в высокие материи, но почему-то даже животные объясняют своим детям, да, как правильно, чтобы избежать каких-то ненужных моментов жизни. То мы, как родители, наоборот, как бы, ну, должны эти все вещи еще больше усиливать. То есть это не такое вот безоговорочное послушание. Но для ребенка родитель — это тот, кто его по жизни подготавливает, взрослой жизни. И советы, которые дают родители, и на том, на чем настаивают, это очень важно, чтобы ребенок все-таки их принимал. И вот это послушание, оно не такое, знаете, вот жесткое-жесткое, а чтобы у него это как внутреннее желание было, что это его защита, это его охрана, это его безопасность, ну, прежде всего. И поэтому очень важно, чтобы дети тоже были послушными. И социально, потому что потом всем... Да, адаптация, социальная адаптация. Потом очень сложно, потому что многие... Сейчас молодежь, если вот родители как бы попускали с этим, ну, подумаешь, там не слушается. Потом адаптироваться в обществе, на работе, где-то в социуме очень сложно, потому что ребенок, он своенравно может сказать, да, мне все... сейчас не подобается, да, я сейчас работать не буду. Спасибо, до свидания, я развернулся, ушел. Да, поэтому... Это певна дисциплина, вона не можна сказати, що жорстка дисципліна, але дисципліна з правилами, які допомагають, в принципі, в майбутньому кожному із нас. Да, і вона осознана, то есть ты пытаешься ребенку осознанно объяснить, для чего ему это надо. Не просто навязать вот так, как я сказал. Понятно, что он будет делать это по-своему. Не так, как точности, как мы сказали. Но у него должно быть осознание, для чего, почему и зачем. И очень часто дети вот иногда... вот мы, ну, как бы, когда мы начинали воспитывать детей, финансов было не так много, и подарков было ограничено. Ну, сейчас чуть стало легче с финансами, да, и дети могут многие вещи себе позволять.
Ну, дети, настолько мы их вот воспитали, как бы, ну, жить скромно, что они говорят нам, в принципе, вот так вот по минимуму все. И это тоже очень важный момент, чтобы ребенок был как доволен или как, вот знаете... Радовался тому, что есть, да, то есть и у него не было такого чувства неудовлетворенности, а у меня еще этого нету, а у меня еще этого нету. Потому что в любой стадии там люди бедные, богатые, это тоже очень проблема одинаковая. Mm-hmm. То есть ты бедный, тебе не хватает, богатый, не хватает тебе чего-то, мало, ты опять мало, да. И поэтому опять-таки радоваться, наслаждаться жизнью и тем, что есть. И вот... И еще мы постоянно детей толкали на саморазвитие. То есть у нас не было времени их возить по всем секциям, по всем кружкам. У нас в школах какие-то были. Но мы до определенного момента позволили им быть детьми. То есть вот как вот они хотят развиваться. Я не, скажем так, это не в осуждение мамам, которые сейчас развивают своих детей, возят везде, это классно. Ну, у мамы есть время, у меня такого времени не было, к сожалению. Но вот сейчас они это все наверстывают, где-то после 13-14 дети у меня уже чем только сами не занимались. Сами ходят на курсы, сами развиваются, потому что я им тоже показала примеры тому. Я каждый год ходила на какие-то курсы саморазвития, там, или фотографии, или модельного. Класс. Да, то есть там, или еще какого-то. В общем, мне было интересно самому для себя того, что я не успела за жизнь, просто пройти какие-то курсы, развиться. Да, и дети вот точно так же у меня стараются. Вы сказали, що у вас два хлопці, да, і п'ять дівчат. Да. Чи були у вас розмови з дівчатками стосовно того в майбутньому, як вони будуть ставати мамами? Вони говорили, що хочуть так само велику родину. Були у вас розмови про це? Як ваша сім'я і все, що відбувається, впливає на мрії ваших доньок? Ну, я завжди говорю, діти, то, як ви хочете, це якби все добре. Но каждый человек был создан Богом, и все-таки есть какая-то для каждого человека воля Бога уже на этой земле. Ну, кто-то называет это фатум, кто-то это судьба. Ну, я это называю так, как я называю. Воля Бога для каждого человека, он был для чего-то создан. И кому-то нужно, может быть, 7 детей, а кому-то, может быть, надо 2 детей. И мы не знаем, у кого какие будут нагрузки в этой жизни. Не надо себя, знаете, как осуждать, потому что я там не родила 5 или 7 детей, а у меня только всего 1. Ну, то есть я думаю, что они пройдут тот путь, который они должны пройти. Мы всегда об этом говорим. Но то, что они будут мамами, это как бы по умолчанию, да, это как бы уже будет, и мы им говорим. У меня уже старшая вышла замуж, и девочки тоже уже взрослые, тоже там какие-то есть свои уже планы, мечты. Вот, одной уже 20, другой 18, вот скоро на днях будет. И поэтому дети уже тоже об этом задумываются, и они понимают, что это не то, что неизбежно, они хотят, они говорят, я бы уже родила, вот маленького там, заботилась бы о нем. Говорю, ну, я говорю, классно, что у тебя такое есть. Но я, например, считаю, что женщине тоже нужно совмещать саморазвитие. У меня был пример моей сестры старшей двоюродной, когда она родила 3 детей, закончив институт, она села дома, это еще было при Советском Союзе, но она успевала ходить на танцы, в бассейн по ночам с мужем. Не закидала себя, да, и она до сих пор вся развивается, дети уже выросли. Да, и вот она рано родила, она родила в 20 своих детей. Я родила поздно, я родила уже после 27 всех детей. Поэтому неважно, во сколько ты рождаешь, главное тебе саму себя понимать, что твоя жизнь на земле, она тоже нужно успевать и так мужу время уделять, и семье, и детям, и ты для чего-то на эту планету пришел. И для себя час, да, треба теж мати. И ты что-то тоже должен в этой жизни сделать, успеть. И я думаю, что каждый человек должен не оставлять свои мечты и так постоянно об этом помнить. Це важливо пам'ятати про свої мрії. Я от, знаєте, зараз щось так вирішив запитати вас. Жіноче царство. І от 8 березня, давайте банально, 8 березня, чоловік і 2 синів. Як найоригінальніше вітали? Бо я уявляю, це
Головоломка. Складно, так. Вы знаете, ну вот я сейчас так уже... У нас просто столько событий в год происходит. У нас, во-первых, сколько дней рождения, сколько праздников, постоянно букеты цветов. И вот прям, знаете, вот что-то такое вот оригинальное даже не вспомню. Но мужчины нас всегда поздравляют большими охапками цветов, особенно в последнее время есть такая возможность. Мы все это любим, девочки все тоже это любят. Нам иногда даже подарков не надо. Вот они нас цветами поздравили, там нам стол организовали. И, ну, потому что подарки мы можем даже в течение там, года. Вот надо что-то такое очень... Мы говоришь, пап, давай нам... Папа нас балует. Класс. Да, то есть может даже без праздников баловать. Ну, це, до речі, важливо. Чоловіку навіть без приводу, але все одно своїх тішити, да? Жінок. Да, да. Дякуємо вам. Сили вам, спасибо, здоров'я спасибо. І процвітання вашій родині. Нашим глядачам нагадаємо, що у нас в гостях Макс, будь ласка, допоможи, бо Наталя, я загубилася. Наталя Усов, у нас сьогодні мати героїня, друзі. Дивіться, дійсно класно, що ми святкуємо День матері. Ну, от це моя особиста думка. Так? Вчора, 9 травня, було свято День матері. І чого ми не можемо його святкувати кожного дня? От, наприклад, як Наталя Усок, наша сьогоднішня гостя, у неї 7 дітей, мати героїня. І все просто прекрасно. Друзі, зараз той самий момент, коли потрібно взяти телефон, зателефонувати своїй мамі і просто сказати: «Мам, я тебе люблю». Так, на сьогодні ми наш бадьорий прямий ефір завершили. Проте, якщо раптом так сталося, що ви пропустили, нічого, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» обов'язково підписуйтесь, ви можете подивитися усі сьогоднішні інтерв'ю. А щоб ви точно не пропустили наші новини, натисніть дзвіночок, який буде сповіщати, що на YouTube-каналі вже є нова інформація саме для вас.